Всем привет! Сегодня предлагаю прогуляться по 6-й Советской улице. Вот она, прямо за мной. Могли уже заметить, в Питере очень много красивых просто улиц, которым хочется и может гулять бесконечно. И именно поэтому я делюсь с вами, потому что не каждый может себе позволить приехать в Петербург и гулять вот там, как я, просто в любое свободное время. Но есть люди, которые находят в этом какой-то негатив и пытаются хейтить меня и мое творчество. Мне бы хотелось доказать им, они не правы, и им вообще даже нет малейшего повода на какой-либо негатив в мой адрес. Но поэтому я продолжу делать свое творчество культурно, интеллигентно, по-доброму, с какой-то изюминкой, с красотой и необычайной любовью к Петербургу и к тому, что я делаю. Так что спасибо, что находятся те люди, которые подписываются на меня и вдохновляют меня на совершение все нового и нового контента для вас.